Всем привет, Blender 2.83, и все думал, как бы проще объяснить именно вот анимацию персонажа, как вот кости вот эти все передвигаются и так далее. Ну давайте попробуем. Итак, вот есть персонаж, нужно сделать прыжок, допустим, через какой-то предмет. Выбираем его в постмод, делаем английскую А. Так, N сейчас включу скринкаст K, чтобы вам было видно. Нажимаемые клавиши опять же и тройка на numpad, G, ставим персонаж где-то вот сюда. Теперь заходим в Object Mode и давайте Shift A, добавим два куба. Так, S, прибавляем куб, транспозом его можно немножко растянуть и G поставить вот под персонажа вот сюда. Ну, пока для объяснения вот так криволасто пойдет. Shift-D, ставим один куб сюда, где-то вот так. И вот нужно персонажу перепрыгнуть вот этот вот обрыв. Выставляем, так, таймлайн поднимаем, выбираем кости и заходим опять же в постмод. Выставляем первую позу персонажа, единица на нампаде, G, как-то вот так. По-быстренькому, я не буду удаваться дюжить в качество. Так, G. Вот так все это дело выставляем. R. Так, рука перекручивается. Это опять же поправим, уменьшим вот эти вот настройки каждой кости. Влияние друг на друга. Это по прошлым роликам, посмотрите. Так, ну и здесь тоже немножко уменьшим вот таким вот образом, помотаем и вот здесь тоже уменьшим. Так, кисти рук R перекручиваем, все, устанавливаем какую-то вот такую позу и A, и пишем lock rot. Это будет первый кадр на таймлайне. Рассмотрим, что такое блокинг. Я сейчас зачитаю, что это такое, и покажу в процессе как бы читать, что эти заточки вот с этим персонажем какие будут связаны. Блокинг — это одна из техник анимации, при которой создаются наиболее важные для сюжета ключевые позы, чтобы выставить расположение персонажа или объекта в пространстве и обозначить, как он будет двигаться в сцене. Вы видели в процессе три точки, которые я показал, и давайте их сделаем. Значит, первая поза — это уже будет, давайте перемотаем таймлайн колесиком и поставим, ну, допустим, 10 кадр. Первая поза у нас идет приседание G. Так, делаем приседание G. Одну ногу, это получается левая G, уводим назад. Немножко ее перекручиваем. Немножко даем ему посадку. Так, не путаем кости. Вот так вот. Делаем R, наклон тела. Руку выбираем, вот эту кусочку G. Одну руку вводим вот сюда. R перекручиваем. Ставим ее как-то вот так. Эту ногу G вытаскиваем вперед. А эту руку вытаскиваем тоже вперед. Вот так. И немножко R перекручиваем. G. Вот так подставляем ее. Немножко можно все это дело подсогнуть, голову немножко вперед. G как-то все это дело оформить вот таким вот образом. А эту ногу G немножко подтянуть вперед. Также смотрим вот на единицу на нампаде, как установлен персонаж, на какую ногу G идет напряг. Вот такая штука. Вот это будет первая поза. Прописываем ее А и lock rot. Следом нам нужна верхняя поза. Это тройка на нампаде. G. Можно персонажа вот сюда вот так перетянуть. Выбираем английскую А. Выбираем персонажа и ставим верхнюю теперь точку. Так, эту ногу G уводим сюда. Делаем R.
Эту ногу выбираем, чуть-чуть делаем вот так. Эту подгибаем стопу. G приподнимаем. Работаем, так, поближе поставлю. Работаем с позвоночником. Эту руку уводим R. Немножко G как бы в бок, а эту руку уводим G назад. Опять же кисть перекручиваем. G чуть-чуть в локте можно согнуть. И также выбираем позвоночник R. Немножко работаем с ним. Вот так вот. Как бы перегибаем и голову в наклон. Так, это немножко еще G можно приподнять повыше. И эту ногу чуть-чуть как бы вот так. Чтобы был вот этот какой-то угол создавался позвоночника. Вот так вот. Раз. Вот так вот тащить. Пишем А и лок рот и смотрим, что получилось. У нас есть первый кадр. Вот верхняя точка. И теперь нужно приземление сделать. Выбираем опять же тройка на нампаде. G персонажа. Выбираем позвоночник, выравниваем его, G как-то вот сюда переводим, ногу вот сюда. Эта нога идет чуть-чуть в сгиб. Вот эта рука уходит G вот сюда, R вот сюда. А эту руку выравниваем именно по телу. G вот так так. Теперь выравниваем позвонок и голову. Так, это R. R. И немного G вперед. Вот такая штука. Приземление. Пишем А и лок рот. Ставим, допустим, 30 кадров. И смотрим, что получилось. Вот такой прыжок. Вот это важные, получается, 3 кадра. Нам нужно теперь добавить промежуточные вот эти кадры. Уже приземление, допустим, между 20-м, ставим 25-й кадр. Тройка на нампаде. Смотрим, что тут с 30-м. Вот он здесь должен приземлиться. Можем добавить еще кадры сюда. Ну, допустим, вот позвоночник здесь вытаскиваем, перекручиваем его R вперед. Руки теперь G назад. Это идет приземление. Эту ногу вот таким образом, а эту на эту он будет приземляться. G вот так вот. R. А, английское выбираем, тройка на нампаде и ставим, ну, допустим, на угол вот сюда. Опять же смотрим, единица на нампаде, выравниваем, на какую ногу идет напряг. Наклон головы, допустим, тоже делаем в процессе полета. Так, эту руку, кисть можем подкрутить, он ей двигал. Так вот. И прописываем А и лок рот. Смотрим, что получается. А получается уже мягче приземление, потому что добавлены еще промежуточные кадры. Вот, раз он приземляется. Теперь нужно добавить точку отрыва. Вот эту вот. Это вот 10-й кадр. Вот он толкается. 10. Добавляем точку вот этого полета. Эту ногу G немножко кверху. А эту ногу немножко перекручиваем R. И вытягиваем вот так подальше. Следом вот эту руку он толкается рукой вперед. G перекручиваем
Вот как-то вот так. Голова смотрит на точку приземления. Вот так. И эту руку уводим G назад, как бы вот в такое положение ставим. Прописываем А и блок рот и смотрим, что получилось. Вот уже вы видите, что мягче приземление, полет. Теперь нужно так добавить точку вот от первой точки промежуточную к прыжку. Подготовка к прыжку. Тут много разных пост, приседания, отвод назад. Отводим, допустим, ногу вот эту назад. И таз G назад. Вот он отходит. Теперь руки отводим G вот в позу толчка. Вот так. R кисть можно немножко перекрутить. Позвоночник немножко подвести G. Вот на эту ногу. Вот так он отталкивается. И прописываем теперь вот этот кадр. Пишем А и блок рот. Смотрим, что получилось. Толчок, приземление. Ну и можно доработать, еще добавить кадры вот здесь, где он уже переходит или в бег, или в прыжок, или просто останавливается. Ну давайте его пока просто остановим. G. Так, вот он ногу R подставляет. G, выравниваем R. Тройка на нампаде, не забываем. Английская, так, А. Чуть пониже персонажа, выравниваем ему позвоночник, G, вот он становится, R, делаем его ровным, голову назад, так вот сюда, эта рука идет, допустим, вот сюда, а эта рука идет вот сюда. Единица на нампаде, делаем R перекрутку, G напряг на ту ногу, на которой он стоит, и выравниваем. Так, теперь позвоночник R выравниваем, и вот эту косточку тоже можно выровнять. Пишем А и блок рот, ставим теперь 35 кадров, Enter. Тройка на нампаде. Убираем вот эти видимость костей и включаем play, смотрим. Вот он отталкивается и вот он перепрыгивает. Теперь нужно все вот эти кадры, можно еще подобавлять. Вот здесь вот кадр, допустим, промежуточный. Здесь он уже может вытащить ногу как-то вперед. Так, пардон, Ctrl-Z. Выбираем вот эту ногу, он ее R больше как-то вытаскивает вперед, уже идет на приземление. Эта рука уже выходит сюда, в тазу, а эта рука уходит как бы, ну, можно G так ее поставить. И напряг на ногу, на которую он будет приземляться, вот, то бишь на левую. Смотрим со всех ракурсов, где-то что-то, конечно, можно еще вот так вот подкрутить. Здесь где-то голову вот так вот, чтобы мягче все это движение больше было. И пишем А и блок рот. И смотрим теперь. Вы видите, еще мягче все стало. Вот гражданин теперь прыгает. Еще какой вопрос. Если сделать Shift, так, заходим в Object Mode, делаем Shift A, добавляем Mesh, добавляем план, делаем ему, допустим, S, вот так, единица на нампаде, транспозом все это дело перекручиваем,
подставляем вот сюда, вытягиваем и попробуем сюда поставить график дуги. Ну, я не знаю, правильно, неправильно, ну, в принципе, помогает. Заходим в это, в материалы, и ставим так, image texture. Текстуру можно скачать графика именно в интернете. Открываем его. Получается двойка на нампаде, и транспозом график можно вот так вот подогнать. Теперь S. Сделать его как-то больше, обрезать и поставить сзади. Вот так. G. Как-то вот таким вот образом. Где-то можно его, допустим, даже сплюснуть для удобства. Ну и приподнять кверху, где-то вот так. Смотрим, что получается. Вот верхняя точка. График можно подогнать и немножко припустить или сплюснуть. Вот так. Выбрать любой, допустим, ну вот можно поменьше вот этот выбрать. И вот по нему ориентироваться и делать прыжок. Это сразу изначально его ставите, и по нему уже надо делать, чтобы он попадал вот на эту дугу. Тогда будет все мягче, прикольно. Вот так вот. Ну а теперь сначала анимацию посмотрите, рендер. А потом в картинках именно по кадрам будет написан, какой кадр, и устанавливайте в таком же порядке, и все будет нормально. Все, всем пока, до свидания, смотрите.